Всем привет, дорогие зрители! Гости пришел папа Юсуф на канал Turkish People, дорогие зрители. Рядышком есть мой племянник. Не его, конечно, но другой племянник есть. Свадьба, дорогие зрители. Я в мою родину приехал. Хочу вам показывать, как происходит свадьба в нашем деревне. Не деревня здесь, город. Город, друзья, город Эмирда. Представляете, на этот племянник, который, когда я уехал в Бельгию, он 2 года был. Я сейчас его, короче, свадьбе поеду. Но очень близкие, которые у меня, очень близкие племянники, человек выше уровень, который у них, выше уровень человек там работает. Неважно, который кем работают, но обязательно надо было приехать. Вот, переехал. Я вам тоже хочу снимать, показать, дорогие зрители. У меня там каждый год 4-5 племянники, которые 4-5 племянники бывают свадьбы. Он тоже будет скоро, наверное, через 5 лет тоже свадьба. Сегодня звонил Ленджанлан? Илмир. Илмир, не знаю, говорят. Посмотрим. Давайте, друзья, пойдем и немножко танцуем. Смотрите, дорогие зрители, у нас, который свадебный зал, далеко от города. Громче здесь. Ближе к гора. Моя машина. Наш зять, мои братья, мои племянники, которые здесь живут, наш друг. У меня, короче, дядя. И здесь, короче, эта свадьба у меня сейчас мамин части и папин части, все здесь будет. Все здесь. Всех народ здесь будет. Это которые 2 большой семьи. Еще там сколько наши. Но давайте пойдем посмотрим. Сейчас время кушать, друзья. У нас обычный вопрос встает. Почему туристы свадьбы кушать нету? Туристы свадьбы кушать есть. Вала манжи. У нас свадьба есть. Еду есть. Сейчас покажу. Брат. Полная баранина. Идет гора с его баранины. Народ просто кушает, на улицу выходит, курит. Барашка идет сзади. Не знаю, сколько два штук собака есть, человек назад. Видите? Опа! Какая жизнь человека, а? Друзья, что есть еда? Рис. Мясо. Куда пошла? Бамья. А бамья ма? Бамья. Аллах, мы начинаем, что бамья хоть мамы сын. Петер абе, hemen getir. Koylan şunun içine бамья koy. Друзья, это бамья суп. Сейчас это мое. Позже мы помогали своему народу, издавали свою еду. Сейчас мы сами будем есть. Салам, кардашим. Жених меня не похоже. Ayşe yuvarlanan başım,
Thank you.
bacı marketin pazar paketinde dava yap hoş geze ayar ayar namaz baba
Kapanlar, 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 kapanlar.
то, что подарит, который золото, деньги на этом моменте, что подарит первое, короче, семейное и потом народ. Кто-то золото, короче, первое, кто-то деньги потом. Вот так он дала. Сейчас папа подарит, который... У нас вот сколько золота Тюрченками, кто-то женат идет. Переждаю. Браслет. 20 штук, друзья, браслет. Сейчас конца показываю вам, сколько подарит. Я сколько подарю, друзья? Не расскажу, но деньги подарю, но не такой маленький. Жених меня не похоже. Когда он маленький был, меня всех говорил, Юсуф, тебя похож. Очень даже похоже. Друзья, уже есть. Золото, короче, там невеста. Много. Деньги, короче, молодой человек. Жених, много денег. Сейчас они собираются.
sonra çıkıyor, bizi pasların başına alıyoruz. Açıyoruz! Açıyoruz! Evet, aile birileri pasların başına alıyoruz. Thank you.
Yine bir laf duydum, kırıldı kolum. Gelenden geçenlere haber sorarım. Zayide bu hafta oluyor gelin, ah desin.
Расскажу. Самым первым мои самые-самые близкие, короче, дядя. Радушкам дочь. Вот его сын последний и жена. Короче, они город Эскишехир. Мы редко бываем. Вот у нас самый старший он. Близкий. Короче, зять, папа. Он Камиль называется. Жена 3 года назад умер. Остальное, все наша семья. Короче, наш второй дядя, вот это называется Али, мой мамин брат. Остальные дети, которые его зять, дети там все. Короче, эта девушка врач, где муж, вот муж тоже племянник у нас, тоже врач. Он это парень Истанбул, Капокадастрова работает. Это женщина, которая внутри министерства работала, пенсионер. Они, короче, выше уровень. Всех выше уровень. Вот кто-то увидите здесь, там все выше уровень народ. Друзья, все, отправляем домой, они закончилась свадьба. Они сейчас уезжают, свадьба закончилась. До конца мы обязательно надо быть ждать. Машин ток, друзья, который Турция делает.